Я по дисплею, не переживай. У меня вообще все зависло. Настю выбила. Да, я же сказала, не зависит. Меняемся. Меня убило. Можешь подвести, пока круг лежит. Все.
Неудобно, да, вещи распределять. Тебе в ЛС память насчет штанов до сих пор? Сейчас посмотрю, где все, не где все. Можешь рекаунт скинуть? Стойте, да? Мы убиваем тело первее правой руки, либо через правую руку играем. А есть пристабав у кого-то? ХП поднять хотя бы. Товарищи, старайтесь меньше ауешить, чтобы звездочку не слить первее, чем туловище. Соответственно, совы не дают Starfall. Да, мне кажется, она подохнет 2 ляма очень быстро. О! Пет. О, как. Тот, который через бес. В кого лучше ёбнет к двери? Идите, не залейте весь рейд. У нас маг упал, ее поднять? Их рука убила. Андрей, поставь, пожалуйста, гибанк. Как зайдешь?
Есть, но говно. У нас трое куда-то ушли, что ли? Да, трое. Я сейчас достану. Да это без свитков спокойно захиливается. Прибаф отдайте уже. Че вы АФК стоите, каски? Масбафы отдайте сейчас уже, чтобы потом сразу пойти. Дайте каску. Каск на паладину не вижу еще. А что, лучше все через чертов играют? Может, кто собаку позовет? Поглощение имеешь в виду? Сейчас LS тебе кину, у меня почему-то в рейд не линкуется. У меня скада есть, но я не знаю, как это делать. И чё, он не скинул? А, я бан получил. Забей. Ёбаный в рот, хант. Ракота. Я упала. Берти. Чё, поднимали? Опять убила, я не успела поднять. Все, стоп, стой. В тело, ребята. Как только увидели циферки, пошли в тело, бьем. Иначе рука упадет, мы все сдохнем. Два стака. Угу. Правая рука. Все в правую руку, смотрите. ХП как у руки начнет отниматься. Я тебя ранила. Тут же прекращайте бить. Стоп. Тело. Выйди с глазами. Проступились. Сейчас правая рука через лям упадет. Надо будет мобов танчить. Глаза.
твою мать! Потому что кинули БР, я и встаю. Рука 197 косарей. Как только мобы выпадут, милишники не бьют их. Разбили руку. Кастеры, залейте АУЕ. Нормально, я ему каплю отдал красный, массакр, он должен жить. 4 гамма у босса, может руку добить правую, не? Чи левую? С тебя снять? Треснуть упавших, пожалуйста. Вы куда все полетели, а? Ребят, вы что, угораете? По центру пройдите, туловище. 4 человека уебалось. Джипсу надо кому-нибудь? Сейчас я схожу туда. Пиздец какой-то. Они специально падают или это прикол? Ты не понял. Я сейчас упала для того, чтобы быстренько... Да. Я вся красная, полностью фул. Текстурка прозрачная плеча. Ну, типа неосязаемая. Я пробежался по плечу, но я сквозь текстуру просто вниз упал. Вот сейчас я приду, блядь, еще раз. Могу к тебе пройти. Ну, теперь нормально упал. Науф.
Сейчас, секунду. У меня что-то тоже подвисло. Да, у меня баблка, да, 20 секунд еще. Сейчас я скажу, что это под бабл даст, если дам, если нет, то просто буду себя агрохилить. Ханкуль, куда пошел? Встань. Даван упал. Дал. У нас стоит Орем уже. Берегитесь. Один хил упал. Товарищи, в звездочку. Нехуй. Хорошо. Можно стан? Секунд. Берегитесь. Я его поднимал, не встает. Вниз спускаемся. Берегитесь.
Берегитесь. Берегитесь. Хант тоже. И нет лагает. Пыли просто и все. Никто его, его никто не носит. Нов. Угу. На танка можно, наверное, кота, без разницы. Можешь отключить ауру от огня и поставить на пол? О, нет. Этот сугроб забаган, там нет ничего. Не работает. Понятно. Испугался? Да. Кацу опять перезайдет. Я опять зависла. Нас кто-то уходит. Мне кто-нибудь сделает? Это я, Ретрик. Я говорю, что я до 8. Мне надо еще успеть собраться просто. Поэтому, ребята, прям. А права мне кто не даст в Дискорде или никто не может дать? Что мне написано уже? Ник. Ханкуль. Все. Я в следующей неделе всю ночь, в ночь работаю, я не смогу, наверное, на РТБ, если оно раньше не закончится. У меня электричка в 19-м по МСК будет. Если мы успеем до 19 по МСК закончить. Мне надо, чтобы у меня 250 электричка, я вот где-то 18 по МСК буду уже уходить.
Ну, у меня так, есть чуть-чуть, но еще не полностью. У вас слот появился? А, люди, насчет костра, не вставайте рядом с ним. На максимальный рейндж от него встаньте, когда вам будет даваться дебаф, но при этом, чтобы было расстояние. Иначе вы глыбой можете его затушить, ну, потери ДПС. Все. Черепом пробеги по рейду. Дай баф. Костер. Если надо, в сову. Встаньте. Ребят, двигайтесь, двигайтесь, блять, умираете от дебафа своего трескучего мороза. Похуй же.
А посох на кого там? Ну, у меня вообще посоха нет. У меня на хиле дребка, ну, дробяшка и левая рука, правая рука. Рэл, извини, этот, есть замена ДД мне, чтоб я ушел? Ретрик Сакуми. Да-да-да, это я. Ну, мне надо будет еще собраться, успеть и доехать. То есть, как бы, до человека. Я максимум могу до 7-7.15 где-то вот так еще с вами побыть. Если неким заменить. Но он Тори, мы только... Хорошо. Валите, все. Договор. Я могу его заменить. Конни-то. Ну, потом. Пусть он еще помучается. А где изначально мощь делается? По-моему, алхимики, да? Да-да-да, алхимики. Звездочка. У вас же давно, блядь, посохи с Толгорода есть. У вас остров апнули, Кильденас. Столько времени было нафармить. А, ну даже если так, у тебя льда уже 4 месяца открыта. Или сколько, 5, я не знаю, месяцев она у тебя открыта. Да, блядь, столько времени прошло уже, мне кажется, все должны были в льду сходить по 10 раз. Кто там хочет на эту посох забрать, скрипов? Мне нужен, у меня вообще посоха нету. Символ поставьте себе и собирайте себе 980 хосты. И херачьте 12 целей, держите на рейде. Там вложение. Крит тоже полезная вещь. Пока ты хасту не соберешь на омоложение, нахер тебе крит нужен. А если в ульде вы хотите собираться с ульды, у вас здесь кинжал и оффхэнд на хосту. Ну, это так, к слову. Валик побольше крита.
Я не дефу, я вообще могу не ролить. Мне в принципе почва на твин. Сколько стаков стоим? Не убегая от молнии. 6. Там, по-моему, до 6, по-моему, стоит, а дальше уже начинаю бегать. Все в центр стали, в кружка. Все к те. Все. И не выходите молот, до конца. Молот, тебе же сказали, ты идешь в коридор. Молот. Что это? Где я? Мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы... Прислужника, косты. Все сместились влево. Прислужника забили. Волна пройдет вправо. Вправо все ушли. Волна прошла, влево все ушли. Вправо. Прошла волна, влево. Не выходите из круга. Стоим, прислужника забиваем. Все, давай это к нему. Там добьем этих чертей. За спину сейчас колосс устали все. Никто перед мордой не стоит. Сзади пробудитель. Сука, заявился. Прислужник, косты позбивайте, убейте прислужника. Войд, я тебя не хочу настраивать, но ты не должен тащить вот этих двух мобов к большому. Ты должен их залить в себя. Один моб пропал, он и вейднулся. Не пропал. Не... Блять, мы проходим так этот инст уже, блять, несколько месяцев, и ни разу не было вот... Войд, Войд, Войд. Не было. Войд, это Сабатур. Умрите в центре, не хильте, ребята. В центре подохните все.
Да я, блядь, на сове. Неудачники! Заморыши! Да. Да я зашел, сказал привет всем. Ты чё? Тебя я просто пишу, никто Славик, не узнал. Я ему пишу, Славик, Славик, хули ты молчишь, он, блядь, даже не чекал. Нет. Смотри, вот этот моб, который последний, мы не успели залить, он вейнулся. И посмотри назад, у тебя в комнате предыдущей, у тебя мобы все появились, поэтому и большой завейнулся. Да. Он исчезает, да, и у тебя в предыдущей комнате все пять, они стоят опять. Там лок стоял, но он стоял у стенки, так что, блядь, ну. Вот этих вот не тащи сейчас. Трех заливаешь вот этих вот. Ну, я про то же. Раньше такого не было. Прям бывало, что вот этих кастующих мы заливали, а все оставшиеся пачкой туда прямо залетали. Нормально все. А и сейчас они есть. Но у нас ушел Кхем. Не знаю, Кхем ты знаешь, нет? В общем, вот. Обратно. У нас, смотри, у нас сейчас Сахар сидит со своей компашкой. Вот, ну и так мы набрали людей. В общем, у нас сейчас 60 человек в гильде. Остальные покикали вообще просто. Я зашел просто вообще, кто на РТ не пришел, прям просто покикал все. Не, нормально. Масяня, ты сумонишься, нет? Он вышел. Чё, без него? Понял, у меня только интернет упал, да? Точнее, улетел с сервера. Хпал. Да. Ну вот меня зашел в IT, он мне пишет готово, и все, меня держит, еще перезайду. Да. Надо какого-нибудь провера тогда с нами. Чекила хоть одного надо. Право, вернись в центр. Побежали. Он вот. Аршам зашел. Влево. Право, перебежали.
Влево перебежали. Бегом, бегом, бегом влево. Прислужника быстренько. Стоим. Вправо перебежали. Влево пошли. Под жопу колоссу стали. Да хуй его знает, может опять чашется. Пьяна потянула. Вторую пачку. Все, этого можно вытащить. Немножко. Чуть-чуть. Сразу верхнего, верхнего. Большого забирайте, большого забирайте. Раньше наберите между собой. Да, блядь, пизду вас, я заебался здесь сидеть. Да хватит, вот я сову одел 230, какой там у меня, 233 сейчас. По краюшку пошли. Не, ну у меня здесь, у меня коттер, дружка здесь, у меня и дружка здесь 226. Это со всей остальной херней. Да это Андрюх здесь сидит. Здесь рядом. Ну как обычно, куда мы делимся? Добейте моба, моба, моба сначала. Смотри, с половиной они всегда так. Ну мне на фронта тоже одна, один кусок по 4 остался. Шмот не было ничего. Ну сейчас где-то 12 там держим в конце. Ну нормально, мобов.
А мне со шмота это... Софта Португа собрал. Вообще просто. Развеялся, но тьма еще не отступила от...